Добрый день! В сегодняшнем мастер-классе мы соберем вот такой замечательный новогодний подарок, для изготовления которого нам понадобится. Это красные круглые шары и также шары ШДМ Хром. Вот это все у нас будет, из чего мы будем изготавливать наш замечательный подарочек. Итак, возьмем насос и надуем шар 12 дюймов. Наденем горлышко шара, перехватим рукой и надуем шар. Нам нужно надуть 8 шаров одного размера, так чтобы они были круглого размера. Шар 12 он надувается до овального такого, яйцевидного размера. Нам нужно надуть шар, перехватить и немножко сдуть его, прижимая пальцами, чтобы у нас образовался красивый круглый шар. Завяжем шар. Если вы вдруг не умеете завязывать шар руками, в комплекте идет узковяз. Надуем шар. Придавим его. Сравним, чтобы у нас размер был одинаковый. Перехватим одной рукой и наденем узловяз. Перехватим между большим и указательным пальцем горлышко шара. Обкрутим вокруг узкого нашего агрегата и просунем сквозь горлышко шара. Вот таким образом и соскочит наша завязка шара. Завязка у нас получилась. Если вы новичок, вы можете завязать таким образом все шары. Ну а те, кто уже пробовал себя в мире аэродизайна, может надуть сразу два шарика, сначала один. Вот эти вот два наши элемента нам нужно соединить вместе узлов. Перекрутим несколько раз, и у нас получился вот такой вот кластер. Нам нужна еще одна такая же штучка. Вот таким образом у нас получается еще один кластер. Вот. Между ними нам нужно разместить маленькие шары. Их тоже формируем. Берем 4 шарика, надуваем насосом. Они меньше размером. Желательно, чтобы они были, конечно, одинакового размера. Если у вас есть вдруг калибратор, в праздник мастера они имеются, вам, конечно, работа будет облегчена. Два вместе перекрутим и завяжем. Также сделаем кластер. Перекрутим шары между собой. Возьмем один из кластеров. У нас здесь есть пуцка от шара. Накладываем сверху следующий маленький кластер. Размещаем так, чтобы он был размещен, маленькие шары между большими. Вы видите, да? Вытаскиваем хвостик шара с нижнего кластера и обкручиваем вокруг маленьких кластеров и завязываем на узелок. Таким образом у нас получилась основа. Теперь добавляем следующий кластер больших шаров. Возьмем пуцку шара и протянем сквозь кластер, обернем вокруг больших шаров. Обязательно придавливайте ближе, чтобы шарики соприкасались друг с другом. Также завяжем на узелок. Разместим так, чтобы большие шары были друг над другом, а между ними были маленькие шарики. Теперь нам осталось на этот квадратик, это подарочек, сделать ленточки. Для этого возьмем шар 260 и надуем его с помощью насоса. Надеваем горлышко шара, перехватываем пальцами и надуваем. Надуть нам нужно до конца шара. Совсем-совсем надуть, но не завязывать, а немножко приспустить его, чтобы здесь у нас образовался шар без воздуха. Надуваем пару шаров. Надуваем шар, немножко приспускаем и завязываем. Теперь сделаем
на двух шарах шидеем небольшой пузырик и скрутим его вместе. Держа рукой, оттянем и прокрутим. У нас образуется такой пузыречек. Наложим его сверху нашего подарка, где у нас идет, заканчивается красный шары. Немножко сожмем шар, образуя уголок, и пропустим его сквозь на другую сторону. Также здесь немножко сожмем и опустим вниз. С этой же стороны делаем такие же действия. Нажмем на шар, чтобы он образовал уголок, и пропустим на другую сторону. Прижимая шарики, перевернем. Эти вот два шарика в середине нашего кластера нам нужно прижать и сделать скрутку. Одну и вторую. Перекрестим шарики, перекрутим между собой и выведем на другую сторону. Провернем, чтобы они у нас достали до самого верха. И здесь зафиксируем около пузырька. Один и другой. Можно сделать небольшой пузырик и уже пузырики перекручивать между собой. Таким образом шарики соединяются. Сделаем красивый бант. Отложим небольшой отрезок, ну, в размере 30 сантиметров. Сделаем скрутку и отмерим петлю. Одну, один кусочек шидеем и другой. Перекрутим их между собой и соединим вместе. Таким образом у нас получилось такой замечательный бантик. Немножко сожмем кончики и вот этот замечательный бантик разместим на нашем подарочке. Возьмем одну из шидемок отрезков и провернем сквозь петельки, которые у нас были здесь. Пузырики оставались. Можно немножко скруглить или сделать более прямоугольные кончики. Остатки шарика мы завяжем. И ножницы мы удалим, хвостики не нужны. Расправим наш бантик. Та-дам! Новогодний подарок готов. Вот такой замечательный новогодний подарок у нас получился. Спасибо, что смотрели наш мастер-класс.